Привет, хочу знайки! С вами канал «Хочу знать». Усаживайтесь поудобнее и смотрите наше видео. Поехали! Собаки делают, что захотят и где захотят. Представляем вашему вниманию самое бесполезное изобретение во всем мире. Эти ребята всего лишь хотели быстро и без лишних усилий спустить диван, но, как известно, тише едешь, дальше будешь. Каждую ночь природа заботливо покрывает машины защитным слоем льда. Возможно, план был хорош, но риски высоки. Этот парень с каждым ударом испытывал свою удачу. Учитывая масштабы нанесенного им ущерба, этому работнику вряд ли светит звание работника месяца. Этот мужчина раскрыл тайну фокусов, и теперь ему должны запретить их показывать. Еще бы чуть-чуть, и этот парень отправился бы в незапланированное путешествие вместе с грузом. Этот парень – олицетворение фразы «испанский стыд». Похоже, этому неуклюжему официанту сегодня чаевые точно не светят. Думаете, у вас был плохой день? Посмотрите это видео. Использовать гвозди как палочки для еды? Почему бы и нет? Надеемся, в ее сумочке не было ничего ценного, иначе девушке не позавидуешь. Интересно, что происходило за кадром? Великан играл в футбол покрышкой? Эта сцена выглядит так, будто вампир, вышедший на пенсию, решил научиться пользоваться блендером. Парень оступился на лестнице, но сделал вид, что все так и было задумано. Это должен был быть омлет, а не яичные угольки. Ну, детскую горку все еще можно использовать, например, для того, чтобы разжечь камин. Выглядит интересно, но пешком этот парень передвигался бы все равно быстрее. Не повезло владельцу машины, ведь теперь ему придется ждать до весны, когда она оттает. Собака разбила стекло, но она все равно готова была утешить свою хозяйку. Это как ручки, порвавшиеся у пакета с продуктами, только в большем масштабе. По крайней мере, этому парню больше никогда не придется мыть микроволновку. Ничто не говорит о качестве кровати лучше, чем глубоко спящий на ней покупатель. Доставщики еды не должны проворачивать подобные фокусы, но, увы, это не редкость. Цвет январской метели чудесно смотрится на этих сиденьях. Это мойка автомобилей на повышенном уровне сложности. Кажется, этот кроссовок давно мечтал о побеге, и ему наконец предоставилась возможность. Как оказалось, старое дерево может стать источником проблем даже после его спила. Они знают, как привлечь клиентов в спортзал. Вот что может произойти, если недооценивать силу природы. Когда грубишь на дороге и не заботишься о правилах парковки. Завершение строительных работ откладывается на неопределенный срок. Это мог бы быть идеальный бросок, но для оператора он был явно неудачным. Машина вроде есть, а вроде и нет. Интересно, нужны ли права, чтобы водить такую машину? Кажется, рост все-таки важен. Кухня не лучшее место для нервных людей. Неважно, как быстро развиваются технологии, ручной труд остается таким же востребованным.
Для некоторых людей встреча с собакой – трагедия, независимо от ее размера. Как говорится, свинья всегда найдет болото. Ну или хотя бы таз. Этот парень проявил настоящую силу и мужество, но вряд ли его спина скажет ему за это спасибо. С такими ногтями неудобно не только есть гамбургер, но и делать многое другое. Эта девочка диснеевская принцесса, она наслаждается компанией лягушек, и это взаимно. Если он вызвал эвакуатор, значит, все равно собирался в мастерскую. Просто теперь ремонт будет дороже. Его задачей было просто спилить дерево, но он заодно повалил и фонарный столб. Учитывая ее зависимость от смартфона, это была большая потеря для нее. Девушка упорно пыталась закрасить тень от лестничных перил. Долго же до нее доходит. Кажется, пить коктейль без помощи рук было не самой хорошей идеей. У этого парня явно были другие ожидания от прыжка. Увы, ему все-таки пришлось спуститься прямо в воду. Этот парень был дельфином в прошлой жизни. Ваш заказ прибудет в целости и сохранности, даже если на это потребуется больше времени. Во время полета за лакомством белка не рассчитала траекторию движения. Судя по всему, кто-то останется без своего заказа на ужин. Не все заведения считают подачу блюд важной частью. Раз кто-то ходит в это кафе, там должно быть очень вкусно. Бывают моменты, когда просто невозможно противиться желанию поспать. Даже самую скучную и монотонную работу в мире можно выполнять с удовольствием, и этот парень тому подтверждение. Когда нет гаража, приходится прикрывать свой автомобиль от града собственным телом. Когда играешь в футбол ради удовольствия, никто не ожидает профессионализма, но базовые навыки-то можно освоить. Вряд ли кто-то рискнет остановиться рядом с этим автобусом из страха, что люди полезут и в их автомобили. Парень в зеленой кофте по-настоящему получает удовольствие от работы, или он просто хочет хорошо выглядеть на видео? Они были близки к успеху, однако все-таки достали мяч. Это главное. Какие бы срочные дела его не ждали, похоже, их придется отложить. Не стоило угрожать этой девушке. Ответ от нее не заставил себя долго ждать. Когда все традиционные формальности выполнены и, наконец, можете приступить к ужину. Независимо от того, как прошла эта праздничная вечеринка, этот момент точно запомнился всем гостям. Этому парню повезло. Обычный бросок мог стоить ему здоровья и даже жизни. Вот почему рекомендуют заниматься спортом в специальной одежде и обуви. Такая невинная шутка обернулась в итоге покупкой нового телефона. Стремление к чистоте иногда выходит за пределы квартиры, а также за пределы разумного. Настоящий рыбак поймает рыбу без удочки и без сачка. Они решили пожарить мясо каким-то экзотическим способом. Что ж, такого результата они явно не ожидали. Этот вариант специально для любителей спать на жестких подушках. На этом все. Спасибо, что были с нами эти минуты. Будем рады вашему лайку и подписке на канал. До завтра!